Здравствуйте, друзья. Вы видите известную вам Сашу. Чем вам известна Саша? Саша, чем ты известна у нас на канале? Я не знаю. Ты не знаешь. Саша известна тем, что это моя внучка. А, да. Да, Саша? Да. Можешь сказать, что ты этим известна? Да. Значит, Сашуня, мы с тобой сейчас покажем, что у нас растет тут на бэк-ярде, хорошо? Да. Мы с Сашенькой исполним вам песню. Значит, мы здесь не на Таити, мы с вами в Редвуд-Сити. Тут вам не тити-мити, а просто... Фихуа. Отходим. Да, друзья, фихуа. Вот такой плод. Саш, ты пробовала когда-нибудь фихуа? Нет. Почему? Не знаю, я никогда как-то не пришла их попробовать. Не попробовать. Так чисто внешне я бы сказал, что это дерево напоминает каштан. Вот так, такое у меня впечатление. Ну, я, честно говоря... Они такие мягенькие, смотри. Тут да. Ветки мягенькие, сами они. И сами мягенькие. Они мягенькие. Я, честно говоря, понимаю Сашу в том смысле, что мне этого не хочется есть. Почему? Как-то, не знаю. Они мягенькие. Мягенькие. Давай вот что сделаем. Вот это еще мягче. Давай сорвем две, так, и попробуем. Хорошо? Хорошо, но их надо помыть. Помоем. Сашенька, давай, мы помыли ягодку. Давай. Что давай. Давай? Ой, кусай. Кусай. Какая-то кислая. Ты думаешь, так я попробую так? Лимон. Хорошо. Классно. Она кислая. Она кисло-сладкая, Саша. Не, мне она кислая. Очень приятная, и в нее внутри. Друзья, вот семечки. Не, вот мне такие. Не нравится. Тебе не понравилось? Очень нормальные ягоды. Очень. А я не Светочка, знаю. Светочка, что ты не знаешь, что это? А говорила фихуа. Что это? Покажи вот. У фихуа косточки так. Такие, как клубники, маленькие-маленькие. Так. А здесь такие как травяные. Как киви, ты в киви косточки другие. В киви или в киеве? В киви косточки другие. Так. Но это как-то другое. Ты... Это называется экзотический фрукт. Вот. Знаешь, Светочка, ты, мне кажется, решила отделаться как-то неопределенно. А вкусный какой? Вкусный очень, да. Я не знаю, почему Саше не понравилось, но очень-очень вкусно. Такие костяки, это, конечно, не фифа. Да. Может быть, это золотые какие-то орешки? Там. Не знаю. Ядра, чистый изумруд. Как ты думаешь? Ну, вкусно, короче. Очень.